правительстве Ярославской области прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Интеграция науки и высшего образования как основа инновационного развития аграрного производства». Конференция приурочена к 50-летию НИИ животноводства и кормопроизводства. С научно-исследовательским институтом активно сотрудничает Ярославский государственный университет. Студенты факультета биологии и экологии проходят практику на базе института. При его поддержке ведутся исследования, реализуются образовательные программы. Они показывают очень большой профессионализм, приходя к нам на практику, и мы с удовольствием их ждем потом к нам на работу. Мы нашли очень много точек соприкосновения, и нам очень нужны специалисты университета, не только факультета биологии и экологии. Мы бы очень хотели пригласить к сотрудничеству физиков и математиков. Цифровизация в настоящее время затрагивает все сферы нашей жизни, и сельское хозяйство здесь не исключение. Подходы, которые сейчас активно внедряются, требуют, безусловно, не только знаний по биологии, но и знаний информационных технологий и ориентирования в компьютерных системах. И в этой части, безусловно, кооперация на этой благодатной ниве, какой является сельское хозяйство, конечно, возможно, и в некоторых областях может быть весьма перспективным делом. После пленарного заседания конференция продолжила свою работу в 5 тематических секциях. В одной из них, биотехнологии для растениеводства, молодые ученые, аспиранты и магистранты ЯРГУ рассказали о результатах исследований, которые велись за последний год в сотрудничестве с НИИ. В том году нами был запущен большой проект по получению нового биопрепарата для стимуляции роста и защиты растений от различных фитопатогенов. В настоящее время данный препарат прошел успешные испытания в условиях лаборатории и теплицы на базе ЯРГУ. И институтом имени Вильямса нам предоставлены территории для проведения полевых испытаний. В настоящее время нами выделен один перспективный штамм, который депонирован во всероссийскую коллекцию промышленных микроорганизмов. И сейчас подана заявка на получение патента. Перспектив для сотрудничества с институтом у опорного Ярославского еще много. Впереди новые возможности для практики и карьеры студентов, а также совместные исследования и проекты.